Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, кто представляет кого в родной ведрусской школе, родную партию, движение ЗКР, там, клуб, читатель, поселение, состоящее из родовых поместий, свое родовое поместье, регион и вот эти данные. Мы друг друга знали, то мы часто задаем вопросы. Многие друг друга знают, а вот вновь появляющиеся не совсем знают друг друга. И чтобы мы имели представление друг о друге, пожалуйста, эту информацию выставьте, пожалуйста. Сергей Кравченко, еще Ставропольский край надо написать еще. Село Арсгир. Питатель. Спасибо всем, кто откликнулся. Пишите, пожалуйста, пока будут проходить доклады, информационные сообщения, для того, чтобы мы друг друга знали, могли обратиться по конкретным вопросам, помочь друг другу в сотворении нашего общего дела, узаконивание Родины законом. Создать нам надо партию такую, чтобы она стала по силе такой, чтобы могла Родина законом узаконить. И основная задача, которая сотворить любовь, сохранить ее, создать условия для встречи половинок, для сохранения любви в семьях и создать условия для развития родовых поместий. Вот для чего собрана эта родная ведрусская школа наша, в котором уже сегодня стал 215 участников. И основной принцип школы взят из книг, принцип совместного творения и получения радости от его созерцания для всех. И этот принцип соблюдается хорошо, поэтому мы внимательно слушаем докладчиков или тех людей, кто делает информационные сообщения. И как ведущий определит, или докладчик, или другой, кто взялся вести на данный момент школу, под такой последовательностью идет обсуждение. Или все обсуждают, или выборочно, или в форме диалога вопрос-ответ, или другие способы, как удобно будет сделать докладчику. На сегодняшний день вынесены у нас несколько вопросов. Пока формировалась повестка школы, 3 дня, вот, были выставлены первые вопросы. Это результаты подготовки подписных листов за родную партию. Вторым вопросом мы хотели кратко подвести итоги предвыборной кампании в регионах, чтобы региональные координаторы и ответственные за сбор подписей в регионах кратко рассказывать их впечатлениях, тех задач, которые были поставлены перед регионами, как они выполнили. И третий вопрос был, как нам дальше действовать, навече определиться, что мы будем делать по информации, пропаганде, агитации. Но сегодня в ходе вопросов возник другое еще предложение, третьим вопросом обсудить, как нам применить эти собранные подписные листы. Их большое количество, около 70 тысяч. И есть еще у нас подписные листы за общественные инициативы. Есть у нас еще подписные листы, которые собирали автопробег, другие наши движения. Как их объединить и как их дальше применить, чтобы они помогли, вот это народное волеизъявление, помог решить основную задачу образов из книг. Сотворить указ о родовом президента, о родовом поместье, чтобы каждой желающей российской семье выделить не менее 1 гектара земли для обустройства на нем родового поместья. Вот пока докладчики будут делать свои доклады, подумайте по третьему вопросу, это самый главный вопрос, или найдем достойное применение этим подписям, или будем по правилам системы играть, станем системной партией. Или все-таки мы поймем, что у нас все-таки партия образная, и мы умело можем применять наши действия. И поэтому в ходе вот этих докладов, информационных сообщений, сразу давайте продумаем по главному вопросу. Вот концентрация такой большой энергии произошла. И как нам, родной партии, читателям книг, поселениям, состоящих из родовых поместий, как их применить? Вот подумайте потом в ходе
выскажитесь. У меня такое предложение тоже для раздумий. Сразу выскажись, воспользуюсь правом ведущего родной ведрусской школы. Я предложил сегодня многим и Александру Самохину, региональным координаторам, кому дозвонился, Майе Владимировне Ладиловой, Владимировне, о том, чтобы эти подписи применить по прямому назначению, чтобы перенаправить их президенту, чтобы он издал указ. Но для этого нам придется еще 40, там сколько тысяч еще добрать, или, используя этот опыт, мы сделаем все-таки эту законодательную инициативу более 100 тысяч. Ну, в ходе вечера мы определимся. По первому вопросу сейчас слово предоставляется руководителю Федерального координационного совета Александру Самохину. Добрый вечер, меня слышно? Да, хорошо, Александр. Всем добрый вечер. Еще раз, значит, картина такая. Сейчас прямо тут напишу. Мы на сегодняшний день собрали 65 552 подписи. Причем эта цифра, исходя даже из той информации, что какие листы у нас в пути, какие должны донести, какие подписи там немножко, ну, скажем так, корректируют, так как это, допустим, в Татарстане произошло, там сделали ну, типовые ошибки. Вот. Часть регионов у нас есть, которые приблизились к цифре 7 тысяч или преодолели ее, да, это вот так, кстати, Николая Егорова, да, это Ставропольский край, Башкирия, Татарстан, вот. Еще ряд регионов, но в основе своей значит, информации, те подписные листы, которые у нас находятся, регионы собирали где-то от нескольких тысяч, допустим, полторы, две, три тысячи. Есть также очень много регионов, которые собрали по, ну, по несколько сот подписей. Список по регионам мы это все выложим. Вот. Сейчас мы как только все до конца подготовим, информацию выложим, обязательно разошлем. Я думаю, что сейчас начинает нас очень сильно перезванивать большое количество представителей поселений. Задают вопрос по организации работы в региональном отделении, по информированности, почему не были задействованы поселения. Но мы как бы объясняем, что вы у себя как бы в регионе, мы же не закрываем, никто не, все знают, что партия зарегистрирована, да, ну а почему вы сейчас вот ждете, что мы должны каждому ходить и стучаться? Вот. Делами, если люди занимаются, подключайтесь тоже, начинайте уже делать, вопросы такие. Ну да, в принципе, говорят, мы согласны. Мы опять там выстраиваем какой-то ЦК КПСС и должны вопросы сами внизу решить. У себя снизу. Все, согласен. Вот. Значит, подписи мы собрали. 65 тысяч подписей. В чем вопросы у нас возникли? Дважды мы были в Центральной избирательной комиссии. Нам пояснили, что мы принимаем стандартно, так же, как и у всех партий. Так же, как вы сдавали список федеральный, когда регистрировали, то, что мы до часа ночи сидели в ЦИКе. То есть сначала мы проверяем документы правомочные. Они у вас есть. Я говорю, ну да, готово все. Дальше мы проверяем количество подписей. Если у вас 199 999 даже будет, мы вам просто возвращаем обратно. Или есть другой вариант, мы у вас просто их принимаем, но из-за того, что их менее 200 тысяч, мы их даже смотреть не будем. Мы их тут же в архив списываем. То есть я говорю, мы даже не получим обратной связи, какие у нас типовые ошибки, для того, чтобы в дальнейшем мы могли это учесть в работе. Они говорят, да, совершенно верно. Вот. Договорились, о каком варианте, что мы сделаем. Мы все эти подписные листы оставляем у себя, делаем выдержку, такие, скажем, как говорят, контрольная проверка, да, по несколько листов с каждого региона. Готовим письмо на имя руководителя Центральной избирательной комиссии и просим дать заключение по качеству, ну, юридическое заключение по вот этим листам, которые мы сделали. Вот. Для того, чтобы мы получили как бы обратную связь на будущее, где у нас правильные листы, а где нет. Потому что вот у нас Татарстан участвовал в выборах, вот, собрал 15 тысяч подписей. Два года назад, кажется, выборы были. Сейчас они собрали большое количество подписей,
и совершили ту же самую ошибку. Ту же самую. Вот. Из-за таких ошибок листы могут быть признаны недействительными. Поэтому сейчас очень важно отработать вот эти выборы на 100%, потому что у нас не за горами уже выборы в следующем году, а у нас это несколько регионов, у которых будет возможность. Это такие, как Саратов, такие, как Удмуртия, такие, как, сейчас не помню, еще несколько регионов, где, в принципе, это уровень законодательных собраний или госсоветов, и также выборы в городские думы и так далее. То есть это все то, с чем мы столкнемся, и где нам необходим вот этот опыт. Поэтому эти листы будут завтра направлены, и как только у нас появится обратная связь по этим листам, это будет все разослано всем в адрес каждого регионального координатора, для того, чтобы все смогли ознакомиться и какие-то выводы для себя сделать дальнейшие. Что еще? Задавали вопрос, ну, я, во-первых, хочу поблагодарить в первую очередь всех, кто занимался этой работой, кто действительно выложился на 100%, прошел, получил этот опыт очень важный. Вот. В частности, те регионы, которые нашли в себе силы, и они смогли действительно преодолеть вот этот вот барьер такой, да, то есть собрать большое количество подписей, это очень важно, потому что видно было, что часть регионов, ну, вы меня извините, но откровенно собирали по чуть-чуть, вот, лишь бы, ну, как говорится, чтобы порой казалось, что потом вдруг получится, никто ничего не сказал, да, вроде бы мы тоже сделали все, что могли. Ну, я считаю, такой подход неправильный, напоминает притчу, когда вино, да, гости приходили и в бочку вино наливали, каждый, который из дома приносил, и вот оно смешивалось, и это вино на свадьбе пили. Когда стали разливать вино всем, оказалось, что вино, за место вино вода. Насчет подписных листов. Подписные листы, если мы сейчас передадим, у нас их не будет. Советовались тоже и с Олегом Габа разговаривали на эту тему. Нам эти подписные листы понадобятся. Если мы их отправим в администрацию президента, как это было то, что отправляли автопробеговцы, они просто там потеряются. Единственный ответ будет то, что вы, ну, это будет рассеяно по различным кабинетам, и, в принципе, ответ, который нам дадут, тоже он прогнозируемый, ясен и понятен. Поэтому эти нам листы нужны. Нужны, одну секунду. Алло, меня слышно? Да, слышно, хорошо. Вот. В общем, получилась такая не очень, скажем так, ситуация, где ряд регионов действительно выстрелил, показал хорошие, сильные команды, а ряд регионов, мы в табличном варианте, какой регион, сколько, какое количество смог представить подписи, мы это обязательно выложим и разошлем. На что хочу обратить внимание. Сейчас уже в данный момент времени пресс-релизы разошлись по различным СМИ и уже их начали опубликовывать. О том, что мы собрали 65 тысяч подписей, и это подписи живые. Хочу обратить всех внимание. Это настоящие подписи, и где собирали их не профессиональные подписчики, а в основе свои простые граждане, патриоты, люди, простые люди, которые живут в своей стране, да, и провели вот эту колоссальную работу. Параллельно с этим выходят всевозможные тексты, в том числе и заказные, о том, что это невозможно сделать. И получается, то, что мы с вами сейчас сделали, оно очень сильно меняет, разрушает ту картину мира, которую пытались нам навязать, что, нет, что это все невозможно. Вот. Поэтому ряд политических партий, вот сегодня были на консультации, это такие, как, ну, представляют, скажем так, определенные круги, я думаю, не надо это расшифровывать, это такие, как Парнас, Воля, я думаю, что они будут не очень... как бы положительно это все воспринимать. Вот. И будет определенная реакция. Но это как бы нормально. Здесь ссылки на различные тексты и статьи, которые уже пошли в адрес движения и партии в целом, я выкладывал в чате региональных координаторов, вы могли это с этим ознакомиться. Вот. В отношении того, что у нас какая работа дальше предстоит. Я сейчас расскажу коротко. Более детально план работы, который у нас предстоит, который мы предлагаем
что необходимо будет сделать в этом году, а также на 2017 год, в том числе по работе с регионами в 2017 году и до следующих выборов в Государственную Думу, предлагаю провести вот эту встречу завтра вместе с Олегом Габа. Он детально расскажет, в том числе проведет анализ нашей предвыборной работы, которую мы провели, расподелится тем, что вот он увидел наши сильные стороны, и также, что нежелательно откорректировать вот, в дальнейшем, даст как определенная рекомендация. Сегодня, к сожалению, он не смог принять участие по той причине, что у него сегодня день рождения. Вот. От лица нас всех, от лица партии, мы его сегодня поздравили, вот он приезжал в штаб. Поэтому предлагаем завтра провести эту встречу на 16.00. Если будет предложение по переносу, пожалуйста, пишите, но очень желательно, чтобы она прошла все-таки в 16.00, потому что у Олега тоже есть определенный план. Мы сделаем специально запись для того, чтобы региональные координаторы смогли эту запись разослать и по поселениям, предложения эти, и по кандидатам, которые принимали участие в работе, по подписчикам, да и вообще по членам команды, которые работали, чтобы они смогли ознакомиться, понять, чтобы у них появилась картина и понимание, что мы будем сейчас делать дальше. Вот. Еще раз хочу всех поблагодарить. Мы сделали колоссальную с вами работу, провели. Центральные избирательные комиссии до сих пор не могут понять, как такое может быть. Мы предложили все-таки, давайте мы вам принесем листы, если вы не верите. Мы можем принести, хотя бы вам просто показать, ознакомиться. Они сказали, да нет, не нужно этого делать. Мы верим. Это те же самые люди, которые спрашивали, а Владимир Николаевич будет или нет. То есть все, они обо всем знают. Поэтому завтра у нас мы детально рассказываем, Олег Аба будет тоже присутствовать, расскажет о том, что необходимо будет в ближайшее время сделать. Сразу еще раз хочу всех обратить внимание. До сентября месяца нам необходимо распространять наши идеи. Как сказал Олег, нам необходимо максимально пошуметь. То, как мы это будем делать, это мы тоже расскажем на завтрашней встрече. Да, ПВО собрало 200 тысяч подписей, хотя по информации, которая у нас имеется, штабы, где они заседали, и там, где они проводили сборы подписей, там особо людей-то не наблюдалось. Но это ладно. Все мы все знаем, понимаем. Напишите, пожалуйста, есть какие-то вопросы ко мне или нет? Потому что сначала по этому вопросу, по этой информации. Еще раз обращаю внимание, что завтра будет детальный разбор нашей предвыборной работы, которую мы провели. Невозможно, определенные регионы затронем в этом анализе. И расскажет, также Олег поделится, будут определенные предложения, что нам необходимо будет сделать до сентября месяца, а также сентября и до следующего года, а также после 2017 года, до следующих выборов в Государственную Думу. Я так понимаю, пока думаю, да, у нас на сегодняшней встрече с вами также присутствует Владимир Николаевич Мегре, лидер нашей партии. Вот, поэтому я предлагаю предоставить слово Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, пожалуйста. Нет, не слышно, там надо нажимать клавишу F2. А сейчас слышно? Да, сейчас слышно, Владимир Николаевич. Ну прекрасно. Я сказал, что еще поздравляю вас с победой, потому что эта победа, то, что было сделано, казалось, было и невозможно собрать вот эти вот подписи. И, конечно, нужно отметить вот этих ребят из Ставропольского края, которые собрали 6160 подписей. Вот. Ну, Башкирия, молодцы, 5656. Всех вот этих людей, конечно, я поздравляю в первую очередь. И то, что вы видите на фоне того, что делают другие партии, правильно вот сказал Александр, что это живые подписи, что все это сделано без денег, на энтузиазме. В общем, это победа. А то, что прошли, не прошли в Госдуму, может быть, и хорошо, что не прошли в Госдуму. Сейчас можно будет сформировать очень хороший, дружный, сплоченный кандидатский корпус. Мы должны сейчас начать выдвигать, выбирать, можно как угодно говорить вот эти слова. Мы должны сформировать кандидатский корпус порядка 400 человек, как минимум.
Плюс, и вот сегодня Майя Владимировна показывала план, который она предлагает, плюс сразу они должны будут представить своих помощников. Вы знаете, что у депутатов должны быть помощники, 4 человека. Вот, это тоже оплачиваемая, а это не выборная, но это оплачиваемая должность и так далее, с льготами определенными. И вот если мы сформируем такой коллектив, значит и победим. Потому что, да, пришлось много очень делать спешки, и то, что сделано хорошо, и то, что вот не прошли дальше, это тоже очень хорошо, потому что нужно формировать кандидатов, которые могут работать. Это должны быть не просто люди, которые там очень хорошо понимают идею, но еще и плюс к этому – они еще должны быть и юристами у нас, и экономистами, ну и так далее, и так далее. Потому что в Думе есть комитеты, и военные должны быть. И все это есть среди нашего прекрасного коллектива. И еще хочу сказать, вот была такая тенденция, а нужно ли нам вообще это, стараться пройти в Думу и так далее, и так далее. Нужно и обязательно нужно. И нужно объяснять тем людям, которые это не понимают, или уметь пресекать подобные разговоры, потому что можно построить прекрасные родовые поместья, а потом получить такие налоги от Государственной Думы, что они будут непосильными. И еще, почему-то люди находятся и среди нас люди, которые думают, что мы сейчас какому-то дяде напишем, и он все за нас сделает, и законы будет потом нас охранять, и так далее, и так далее. Такого не получится. Только сами, только собой определять действительность, и только самим действовать. Но вот то, что мне пришлось наблюдать, уже начинает формироваться коллектив сплоченный, который способен решать эти вопросы. И тем не менее, я считаю, что вот те люди, которые не смогли развернуть работу у себя в регионе, это вполне возможно, что очень хорошие люди, но они должны, я имею в виду вот, региональных организаторов, должны, наверное, подать в отставку. Потому что мы должны сформировать прежде всего хорошие региональные группы, хорошие региональные отделения. Ну, не все обладают организаторским талантом. Ну, не получается, подал в отставку, стал рядовым членом. И не страшно, поучился, и снова пришел, и снова будешь региональным представителем и членом ФКС. Вот такое. Но если будут вопросы, я готов на них ответить. В общем, рад вас слышать. Здесь вот 53 человека присутствует. Поэтому есть вот уже свои планы по организации дальнейшей работы. И очень интересные. Я думаю, что, знаете, вот эту подготовку к следующим выборам, к региональным выборам, местные законодательные органы власти, мы должны сделать хорошим, веселым времяпровождением, плюс ко всему. Спасибо. А что вот никто ничего не говорит? Спасибо. Вопросы еще какие есть? Андрей Владимировна Владимировна. Если вопросов нет, Евгений Пономарев. Здравствуйте. Здравствуйте, это Чебоксары. А что, F2 надо или F2? F2, пожалуйста, да. Алло, здравствуйте, алло. Не слышно? Алло, меня слышно? Да, слышно, говорить. Слышно. А, это Чебоксары. У нас собрался коллектив, мы подводили итоги, делились впечатлениями, что получилось, что не получилось, тоже наметили на будущие планы. И у нас вот тут такое было предложение от очень активной девушки нашей Ольги Бачуриной, на которой, собственно, вся держалась предвыборная кампания. Она предложила, что в родную партию пусть вступают поселенцы родовых помещики, то есть, в общем, те люди, которые уже имеют родовые
вы поместья, потому что от них исходит такая мощная энергия, заряд, и именно они могут представлять в народе, то есть они несут с собой весь этот мир, и человек, он верит в это. Вот. А тем, кто не имеет родовых поместий, как бы в партию даже и не вступать. Вот. Потому что мы ощутили, что мы набралось у нас народу много, вот, а активистов оказалось немного. Вот. И все-таки пошли активно заниматься тем, кто имеет родовые поместья. Вот так вот скажем. Вот так. Все. Татьяна Русь, Чебоксары. Спасибо, Татьяна. Меня слышно сейчас? Хорошо. Я хотел бы тоже высказаться, поделиться своими впечатлениями по организации выборной кампании. Я поблагодарить хотел тех людей, которые шли в первых эшелонах нашей родной партии. Вспомнить Федора Лазутина, вспомнить Андрея Алексеевича Баркова, Володю Мальцева, его сын активно участвовал, его же нету, был в наших рядах. Поблагодарить Наталью Рязаеву за то, что когда составляли предвыборные листовки, она идеи бессмертного полка вставила в слова, и очень здорово это помогло офицерской группе образности, которая работала над листовками, дорабатывать. Много идей хороших родилось в ходе этой предвыборной кампании, такие девизы, как «Один может сделать многое», «Вместе мы сделаем невозможное», «Кто же, если не мы», или там «Счастливая семья на родной земле», Сергей Семенович с КПЕ «Человек пришел», почтальон, более 700 подписей один собрал, у него опыт громадный. Подключались люди с НОДа, Юра Никулин у нас, вот, который возглавляет региональное отделение, подключился, вместе с семьей поработал. Работали казаки, работали родноверы, работали в наших рядах жители Кавказа, которые очень хорошо восприняли идею родовой земли, и которые сказали, что вот эта идея нам дорога, вот хорошо бы ее узаконить, потому что это у нас в обычаях, традициях это сохранено, и если вы это сделаете, родную землю, это будет здорово. То есть виден был такой мощный порыв людей, которые видят в образах Анастасии, в образах родной земли, родовых поместий, очень большое будущее, целые семьи, целые рода вот, подключались к подписной кампании, и мы увидели это, почувствовали это силой. Поэтому хочется вот то, что мы сейчас достигнули, хочется не останавливать. Люди, когда звонят, а мы еще продолжаем подписи, магазин ЗКР или там магазин «Спящие веды» переименовалось, магазин «Живые веды» и тоже продолжает подписи. И, ну, много интересного происходит, и вот этот порыв хорошо бы использовать. Сейчас вот эти подписи, которые есть, добавить их, продолжать эту работу информационную, пропагандистскую, собрать и показать, что мы действительно та партия, которая может Родину законом узаконить и увеличить наши общественные инициативы за указ президента безвозмездном выделении каждой желающей семье не менее 1 гектара земли по строительству, под устройство родового поместья, за день дачника и праздник всей земли. Другие инициативы. Приятно, что подключились многие предприниматели. Вот здесь сидит Сергей Кравченко, предприниматель из Арсгира. Он ежедневно присылал на счет 108 рублей, чтобы поддерживалась связь. Там было приятно такое ощущение. Елена Дмитриевна Малеревич, она сказала, говорит, давайте, говорит, мы организуем выступление духового оркестра в Каменводах в поддержку родной партии. И то же самое многие предприниматели сделали уже более 50 эмблем родной партии на машины, на двери машин. Эта волна пошла. Те листовки, которые были подготовлены центральным штабом, сейчас начали размножаться просто на принтерах. То есть то, что пришло, уже распространили и доделываем другие подписи. Приятно, что в таких северных, северокавказских республиках, где сильно используется обычно административный ресурс, вот Лиана Кочесотова здесь сидит, одна женщина, собрала 97 подписей в республике Кабардино-Балкарской республике. Она наравне со многими региональными отделениями родной партии, где там 9, 10, 15 человек участвует. Кандидат депутата Государственной Думы от Карачаево-Черкесской республики Щербанева Надежда Андреевна собрала 63
подписи. То есть она одна сделала то, что иногда некоторые, ну, как там дедушка говорил, да призывнички, не солдаты Анастасии, да призывнички еще, когда они разговаривали с дедушкой. Помните, Галина говорила? Вот она, как настоящий солдат, 63 подписи. А Смоглинка, поселение родовых поместьй, 6 подписей помогла. Но я не буду останавливаться на таких примерах. Их было множество, когда действительно один человек смог сделать много. Я хотел акцентировать внимание на тех командах, которые сейчас начали складываться, тех штабы, которые сумели объединить большие региональные отделения, те которые, штабы, которые созрели и заимели большой опыт сбора подписей. Это и выездные, и подвижные пункты сбора подписей, которые в Ставрополе использовались и в Нижнем Новгороде. Люди выезжали там с музыкой, с песнями. Это и частушки, которые придумывало там Воронежское отделение. Там много-много вот выходило вот хороших фотографий, которые показывали Ярославль, Башкирия, футболки переодетые. Ребята со Ставрополя, штаб там переоделся полностью в футболке с надписью «Родная партия». Жалко, говорит, эмблема не нарисовалась, но предприниматели готовы сейчас этот недостаток устранить и заиметь опыт. Приятно, что многие люди пришли на это сражение, без сражения, осознавая, что от нас только зависит, как мы будем иметь эту родную землю, как мы ее узаконим. И эта сила, порыв вот сейчас сотворен, и хочется, чтобы он, эта наша сотворенная чаша, продолжала работать во благо, ради выполнения основной нашей задачи, чтобы мы могли стать по силе партии такой, чтобы могли Родину законом узаконить. И это увидели другие движения, которые к нам подтянулись и пошли вместе с нами. Спасибо всем вот, участникам этого процесса. Большая благодарность тем людям, которые стали простыми солдатами Анастасии, вместе пошли делать вот этот долг. Большая благодарность хочется выразить и слава сказать Богу самому, потому что ощущение такое, что Он присутствовал и поднимал нас, дух поднимал, второе, третье, четвертое дыхание от недоспанных ночей, когда люди валились, но спали, поднимались, опять шли на следующий день на инструктаж, получали задание, какой район объехать, в каком городе поработать, где очередную точку открыть. И точки открывались, самое приятное, не единицы там, а их было там десятки, множество сборщиков. Целые центры концентрировались по два, по три, по пять человек. Были одиночные сборщики подписей, которые просто шли. Люди выходили по четыре человека. Милиция подходила, они расходились, как учили нас политтехнологи, изображали одиночное шествие и продолжали собирать. Некоторые на роликах, много технологий тут было выработано. Каждый сейчас может поделиться, вот, рассказать вот этот опыт, чтобы другим региональным отделениям было понятно, что можно сделать это невозможное, если встать всем дружно в строй. Спасибо и большое, и просьба еще раз высказаться, у кого есть то же самое хорошее предложение. Наиля Коржавина, пожалуйста. Два. Держу. Меня слышно? Да, слышно, хорошо. Хорошо. Здравствуйте, все, меня зовут Наиля Коржавина. Я живу вообще в Екатеринбурге, но вот мне Мария Пельменева позвонила, узнала, что у меня тюменская прописка, и что я попала в список кандидатов в депутаты, и сказала, что нужно спасать Тюмень, там нету активных людей, что нужно собирать подписи. И, ну, я как бы... А у нас в Екатеринбурге уже достаточное было количество подписчиков. И мне пришлось туда ехать, что-то на ходу придумывать, как, что будет. Два года я уже там не жила и не поддерживала где-то контакты. Ну вот Сергей Скоробогатов откликнулся, организовал встречу всех людей, с кем как бы раньше единомышленники встречались. Пришло несколько человек, там ввели в курс дела, что нужно собрать 200 тысяч подписей. И очень хорошо помог на самом деле организатор, не организатор, а руководитель
как это, регионального отделения партии, родной Александр Рянин, у него своя вот типография. То есть он очень сильно помог печатной продукции. Ну вот активным таким подписыванием меньше помогал, но тоже как бы записывал людей. И что мы, я поняла, вообще родная партия – это очень мощное объединение сейчас всех поселений. Это каждый там жил в своем поселении, про другие не знал, а здесь это помогает нам всем узнать друг друга, объединиться, услышать, общаться. Я впервые побывала в поселении Райское, хотя сколько лет там жила, как-то не знала там никого. Ну вот мы туда доехали, там людей старались включать, включали людей, получается, и были где-то неожиданные даже результаты у некоторых людей, кто-то 100-200 собрал лично, и мы включали принцип такой геометрической прогрессии, старались, то есть через подписи, чтобы собирали люди тоже у своих друзей и знакомых, ну как по принципу черновиков. Также очень хорошо сработало, у нас был день города, 30 июля, юбилей города, и незадолго до юбилея этого проездом был Виктор Дымов, это гусляр. Он сказал, что он мог бы поиграть, а наши сборщики пособирать подписи. И мы с ним договорились, что он приедет именно на день города, когда будут толпы народа на улице, такие праздник будет. И это очень тоже хорошо сработало. Люди подходили, слушая гусляра, и ну, с интересом. И уже это получалось уже такая довольно теплая аудитория, у них легко было собрать подписи. Ну, хотелось бы, конечно, мы поняли, чтобы собрать именно 7 тысяч, у нас получилось 1100. Но чтобы собрать именно 7 тысяч, мы поняли, что нужно вот именно активную такую сеть сборщиков, чтобы каждый, допустим, у меня есть, я официальный сборщик, у меня есть своих, например, 10 там неофициальных или официальных сборщиков, и они также набирают каждый своих сборщиков, то есть такими мини-командами. И все тогда одновременно собирают, получается, активно подписи, они просто приходят подпись поставить, тогда возможен результат несколько тысяч. Так, ну вот, Сергей, может, что-то добавит еще? А, ну вот еще, да, хотела сказать, что встречалось мне, по крайней мере, не лично два раза, люди, которые читали книги, и они с большим удивлением узнавали, что такая партия есть, что это вот связано с этими книгами, с «Звенящими деревьями России», с Анастасией, и так очень восторженно, и включались в работу кто-то. И у одной девушки даже говорит, что у меня, говорит, мурашки по коже, что это все существует. Она была всего 4 месяца, жила до этого, и она не успела как бы сильно собрать подписи, но она, по крайней мере, уже это знает и всем активно рассказывает, своим друзьям, своим родственникам, восторженно. И я вот поняла, что на самом деле мы не знаем всех своих единомышленников, люди там где-то прочитали книги и где-то там с мечтой в сердце живут и как бы, может быть, ищут что-то так слабо, где-то там кто-то узнает про поселение, кто-то неактивно, а вот эта родная партия, она могла бы всех объединить на таком официальном уровне, то есть не просто форумом читателей, там еще его найти нужно, а вот именно на таком законодательном уровне и официальном, и, как сказать, и вообще, муж подсказывает, да. Ну, хотелось бы, конечно, да, больше такой организованности, и но опыт получен колоссальный, всех благодарю, нисколько не пожалела, что в этом участвовала, наоборот, очень мощный тренинг по всем планам, почти бесплатный, прошла, и все, кто рядом был, и очень сплотились люди, и здорово, когда есть общее дело, общая цель. Да, все, благодарю всех, заканчиваю, можно Эльмару передаю слово. Спасибо. Я всех приветствую. Я был очень счастлив работать все эти дни, чувствовал вот этот поток по всей России, то, что мы вот работаем. И вот это быть этой частичкой, значит быть частью, быть счастливым. И когда вера рушилась, я всегда думал, потом мне будет обидно, то, что я свою веру потерял. Партия даже если пройдет, а я веру потерял, для меня это будет очень, ну, безвозвратно. Вот. Ну, знаете, вот
я чувствую, что мы победили. Мы победили, правильно говорит Владимир Николаевич Мегре, мы победили и прежде всего победили себя. Увидели слабые наши стороны. Теперь мы знаем, что мы, над чем нам надо работать, над построением структуры. Я очень много деревень по своим... За эту неделю я сделал то, что я не сделал за все эти годы. У меня хоть нет родового поместья, я мечтаю об этом, но я общался с людьми и с учителями. У нас есть большая, как бы прекрасная возможность, большой объем работы, который мы можем выполнять, даже не являясь парламентской партией. Мы также можем проводить благотворительные сборы на поддержку школ, очень целенаправленно, я считаю, уничтожать школы в деревнях, кабинеты труда для того, чтобы мальчики уже не могли быть хозяевами. То есть мы хотим, чтобы мужики были, да, чтобы женщинам не было стыдно за своих мужей. А это мальчики, которые вот сейчас учатся в школах, и у них нету этих мастерских, кабинетов труда. Мы можем организовать сбор денежных средств с предпринимателями. Мы на то, чтобы ставить эти станки, например, параллельно вести рекламу, то, что родная партия организует сбор, и также благодарность тем предпринимателям указывать в газете, в местных газетах. И вот предприниматели появится желание как бы себя засветить, свое имя. И наша партия будет на устах, на глазах у всех. И через 4 года мы будем настолько узнаваемой, сильной партией, что мы, знаете, мы просто в лед попадем в Государственную Думу. Я благодарю всех вот за всю эту работу. Я думаю, что нам все это вот хорошим уроком послужило. Спасибо. Спасибо большое, Илмар. Еще хочется очень молчаливому человеку, который занимается творчеством и очень хорошо известна его продукция, если зайдете ВКонтакте. И он, этот творческий человек, очень сильно организовал кампанию в Башкирии. Слово Владимиру Чепушканову предоставляется. Володя, как, готов? Нет? Есть возможность? Владимир... Сейчас, одну секунду, подождите, он подходит к микрофону. Хорошо. Всем здравствуйте. Меня слышно? Да, хорошо, Володь, слышно. Так, я, конечно, не был вдалеке, я не пойму, о чем говорите. Вопрос можете повторить? Я повторю вопрос. Я говорю, очень хороший парень, живет в Башкирии, в своем поместье, рисует, выжигает. У него очень много интересного в творческом плане. И этот человек со своей командой сумел организовать в Башкирии такое самое, наверное, большое количество сбор подписей. Поделись, пожалуйста, Володя, нам очень интересен ваш опыт, опыт Башкирии. Что я могу сказать? Ну, это был командный, как бы, командная работа 6 координаторов, которые находятся в разных регионах, районах. Ну, по сути дела, если смотреть на Башкирию, это то же самое, что, например, в центре России расположена, например, она будет располагаться на регионах 6-7 регионов. Вот у нас в каждом, получается, районе почти есть свой координатор, который тоже общается со своими людьми, разговаривает и вдохновляет их. Вот. Мы это заранее все продумывали. У нас было разработано несколько стратегий разных. И каждый район применял каждый свою стратегию, которая ему больше всего близко подходила. Первая стратегия была – это деревня. Деревня, что города – это действительно такая закупоренная система, что трудновато собирать, потому что мы споткнулись это сразу при инициативах. А в деревню заходишь, по улице идешь, например, два подписчика с одной стороны и два с другой. Один как бы зубы заговаривает, можно так сказать, а другой в это время ведет подписи. Вот. И вот так вот набиралось. Вот могу сказать, моя жена собрала 250 подписей одна. Вот таким способом получилось.
За, нет, не за один день, зачем? За 7 дней собрала 250 подписей. Вот. И, ну, сами еще сборы были, они все разные, по-разному говорю же, это все делают. Но самое главное, это людей вдохновить на то, чтобы они могли действительно пойти и подписывать. У меня сразу был такой план людям сказать, да, что вы должны пойти подписываться, потому что это ваш, с одной стороны, долг, но я привел сразу два образа. Один положительный, другой отрицательный. Если они не пойдут, а так как есть законы, чиновники и так далее, то, возможно, в ближайшем будущем как бы закон, как дышло, его повернут и возьмут земли, всех отберут или налоги подымут. Или вы все-таки пойдете за подписями и защитите свою землю, своих детей, своих внуков и правнуков. Ну, как бы это сработало для людей, они пошли. Ну, по сути дела, это очень долгий рассказ, и это лучше не рассказывать. Это действительно, если есть какие-то у кого-то вопросы, то потом по отдельности можно каждому как бы рассказать. А так вот, я просто не готов к этому такому публичному выступлению и не ожидал этого. Вот, поэтому, наверное, я лучше закончу, а то я слишком переволновался. Ладно, до свидания. Спасибо большое, Владимир. Опыт регионов бесценен, мы сделали большое дело, и этот опыт будет продолжаться. И когда-то мы слушали здесь в родной ведрусской школе Марселя Ахмадуллина, когда он рассказывал, как бабушка одна собрала 450 подписей. Николай, тебя не слышно. Раз-раз, звук появился? Ну, отлично. Ну, да, Наиль, пожалуйста. Вот Николай, нет. Алина, пожалуйста. Алина, F2 нажмите кнопочку. А, нет, не слышно. Но пока Алина, попробуйте все-таки, может получится. Хотел бы еще тоже два момента. Да, еще раз, кто только подошел, мы набрали 65 тысяч подписей за вот эту неполную неделю. А надо было 200 тысяч подписей. Совершенно верно. Это означает то, что если бы нам все-таки ЦИКом было предоставлено необходимое время, мы бы эти 200 тысяч собрали, не просто собрали, а собрали по-настоящему. Несмотря на то, что все говорят, что это якобы нереально. Я бы хотел поблагодарить здесь, в родной школе, нашу нижегородскую команду. В том, сказать им огромные слова благодарности. Вы знаете, большую часть провел времени здесь, в штабе, работая. И получилось так, что я приезжаю уже в Нижний Новгород. Там уже вся работа организована, никто ничего не ждал. Все собрались, подготовили необходимые документы, получили подписные листы, разослали их по всей области, собирали подписи, проводили праздники, проводили пикеты, митинги, помогали, причем мне, чтобы оно было приятно, это все проходило, вместе приезжали к нам, и наш регион помогал другим, то есть как-то дружная команда такая образовалась, за что я хочу поблагодарить всех, и в частности, особенно Ивана Лебедева. Вот. Насчет вопроса дают, кто не совсем как бы информирован в том плане, кто или кто-то пропустил, да? А почему у нас получилось так, что количество времени было сокращено? Дело в том, мы рассказывали, практически каждый день у нас проходила родная школа, и мы рассказывали, что происходит, какие у нас изменения в Центральной избирательной комиссии. Мы подготовили пакет документов, федеральный список. Нас поставила Центральная избирательная комиссия в списке, что мы будем сдавать документы последними. Вот. Последний день. Мы их сдали. Опять это время было, да? После того, как проверили наши документы,
Обычно выносится, значит, либо принимается решение о регистрации федерального списка, либо об устранении недостатков, либо об отказе. Нам вынесли, значит, заключение о том, что есть недостатки. Мы эти недостатки исправили, следующее заседание проходит, опять выявили недостатки. То есть то, что должно было выйти одним предписанием, нам все вот эти недостатки вытаскивали, как бы показывая постепенно, тем самым сокращая вот эти вот сроки. Это уже стало очевидно тогда, когда последнюю ошибку именно печать нотариус не поставил, мы предоставили эти пакеты документы полностью. Нам сказали, что документы вы получите решение через 3 дня, а это в пятницу, хотя могли выдать в тот же день. Выдали нам только в пятницу, и причем для того, чтобы мы с этими документами пошли открыть расчетный счет, нам необходимо до 16:30 было прибыть в отделение Сбербанка. Нам документы начали выдавать в 15:30, закончили мы их, фактически получили на руки в 17:40 примерно, в 17:30-17:40. Вот, то есть потом мы открывали расчеты, на счет, естественно, банк в выходные не работает, только следующий понедельник. То есть таким образом у нас вот через вот эти вот бюрократические такие проволочки мы потеряли определенное время. Вот. Вы знаете, мне не совсем нравятся те формулировки, которые используются. Смотрите, пожалуйста, за теми, каким вы образы строите, и называйте правильно все. Мы сейчас с вами приобрели колоссальный опыт. Более того, хочу сразу сказать, отношение к движению в целом и к партии очень сильно сейчас изменится, оно уже изменилось. Потому что партия показала, что она живая, и здесь есть живые люди, что она развивается очень стремительно. И если вы почитаете сейчас статистику и информацию на различных ресурсах, часть партии не смогли пройти этап предварительный, часть не смогли пройти этап, когда необходимо было провести съезд. Мы съезд смогли 2 съезда в этом году провести и выбраны. Часть партий не смогли зарегистрировать федеральный список. Мы это тоже смогли с вами сделать. Как сказал на одном из выступлений, получилось так, что выступал Жириновский. Слова тоже. Вот Жириновский тогда сказал, что те партии, которые до этого уровня дошли, то в принципе 30% вы уже сделали. Это еще остается у вас только сбор подписей, и основная часть – это именно уже сами выборы. Вот. Работа была проведена в регионах, шло структурирование и как раз понимание, как лучше организовать работу у себя. Вот. Поэтому это время мы с вами провели с огромной-огромной пользой. У меня просьба ко всем. Мы сейчас подготовили всевозможные пресс-релизы и делаем рассылку по СМИ. Но у них будет они нам будут задавать вопрос. А правда ли то, что вы действительно эти подписи собрали? У нас есть печать, у нас есть фотографии, да, как вот у нас люди еще не все разъехались. А вот у нас Наталья была, да, с Свердловской области приезжала помогать. Владимир Чепушканов сейчас еще до сих пор находится, помогает здесь. Жаль, вот Василий Кокорин, да, с друзьями. Поселение родной Владимирской области. Многие-многие другие, за что им большое спасибо. Но было бы здорово, если бы вы сейчас прислали в наш адрес ФКС письма, статьи вместе с фотографиями о том, как вы у себя проводили сбор подписей, о том, какой опыт вы получили, то есть дать обратную связь. И чтобы это была обратная связь, у нас большинство статей и каких-то публикаций как будто направлены на информирование друг друга. Здесь очень важно, чтобы мы вот эту информацию как раз рассказали другим людям, донесли свой опыт. Он разный, не стесняйтесь, пишите. Это очень важно сейчас рассказать, показать, что мы действительно живые. Здесь живые люди, здесь настоящая сила. И то, что мы делаем, это действительно правильно. Вот. Более детально по самим выборам, по тому, как мы будем готовиться с вами
что нам необходимо будет до сентября месяца, используя вот эту ситуацию, что у нас немножечко теперь руки развязаны, что нам нужно будет проводить, не согласовывая уже определенные действия, так как мы уже как бы официально не будем допущены к дебатам. Это завтра Олег Габа расскажет, мы с вами это все еще раз проговорим, обсудим. Да, статьи в прессе. Поэтому присылайте, пожалуйста, в наш адрес к нам на электронную почту все свои статьи, пишите. Нам очень важно сейчас эти информации заполнить ресурсы, показать, что вот что партия себя представляет. И посмотрите, как образец, допустим, на странице ВКонтакте и на сайте уже выложены такие публикации. Допустим, взять свой регион, Нижегородская область, да, ребята сделали несколько машин, обклеили, в том числе прицеп, благодаря чему у силовых структур больше не было вопросов, да, ездим и ездим. И как они собирали подписи, с чем они столкнулись. У меня все, спасибо. Завтра в 16:00. Меня слышно сейчас? Да. Меня слышно? Внимание. Плюс это кому, мне или по времени по 16:00? Николай, тебя хорошо слышно. Хорошо, спасибо. Алло, можно сделать вставку, это Мегре? Да, Владимир Николаевич. Ага. Так, меня слышно, да? Вы знаете, я вот сижу на бумажке, записываю, что вы говорите, просто сердце радуется. Но у меня конкретные вопросы. А кто-нибудь записывает то, что сейчас говорится вот здесь? Владимир Николаевич, записи родной ведрусской школы ведутся всегда, и их слушают уже во многих регионах России. Они ежедневно, записи выставляются многими нашими ребятами. Хорошо. Вот это то, что вы сейчас говорите, это, пожалуйста, вышлите тогда в фонд. Я попрошу Майю Владимировну, чтобы она разместила на всех ресурсах вот эту запись. Так, раз. Теперь еще. Нужно, конечно, поблагодарить организаторов школы, но это, скорее всего, Николай Егоров, да, организатор школы, за то, что удачно, полезно и нужно организовал эту школу, и то, что организовал эти великолепные диалоги. Еще хочу сказать вот что. Вот эти люди, которые собирали подписи, и которые собрали там по многу подписей, 100, больше, 400, вот там я слышал, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот этих людей нужно поблагодарить. И можно, я думаю, что сделать какие-то благодарственные письма, они продаются в магазине, и написать, и разослать, и дать им, что спасибо за поддержку, вот мы вам очень благодарны, вы нас вдохновили. Я не знаю, этот текст можно составить, но это нужно сделать обязательно. Это раз. Теперь второе у меня еще вот записал. Может быть, продолжить сбор подписей? Ну, хотя это будет не то вдохновение. Еще вот я записал следующее. Знаете, конечно, на следующие выборы нам не нужно будет собирать подписи, потому что кто-то пройдет региональные законодательные органы власти. Но я думаю, что вот эту вот работу нужно просто будет проделать. Даже если не нужно нам будет собирать подписи. Потому что из вот этих вот мини-рассказов о сборах подписей я понял, что это эти люди не просто собрали там 100 или 400 подписей, они сделали колоссальную работу. Они показали людям, что есть партия, чего она хочет, что есть у нее программа. Они показали будущее России. И вот это вот нужно будет подписи собирать и к следующим выборам. И еще вот тоже родилось у меня конкретное мероприятие. Вот школа, да, хорошо. Теперь нужно еще сделать передвижное, постоянно действующее, передвижной такой не автопробег, как-то по-другому его назвать.
и сделать пару домов на колесах, оснастить один дом там громкоговорителями, микрофоном, плазмой, чтобы можно было приехать. Ну, конечно, приехать можно в родовое поместье, но сейчас вот я веду переговоры с караванерами. Это, ну, люди, такое есть ассоциация международная, которая на вот этих караванах, на машинах просто, на легковых, едут по мотелям и где-то останавливаются, собираются и так далее, и так далее. И вот вместе у них взять опытных людей, которые могут это организовать, и пусть постоянно едут по России, говорят об этом, рассказывают об этом, взять с собой бардов, они в хороших условиях будут жить, выступать там. Вот и так далее, и так далее. Что я хотел сказать? Да, Башкирия молодцы, они... И вот Татьяна Русь говорит, что нужно опираться на родовые поместья в первую очередь. Нельзя просто опираться только на родовые поместья, потому что в родовых поместьях на сегодняшний день, ну это такая цифра приблизительная, живут ну, более 15 тысяч человек. Это, конечно, много. И, но некоторые из них, они уже, им хорошо, им не нужно там ничего, они не понимают до конца, что нужно для детей своих оставить родовое поместье, не только просто как местечко, где можно прекрасно жить в райском саду, но и оставить его как с хорошей законодательной базой. А это сделать можем, я думаю, что можем только мы. Но обязательно нужно сделать акцент, вот я даже три восклицательных знака поставил, наладить обратную связь с теми людьми, которые просто читатели и не живут в родовых поместьях. Вот кто-то рассказывал, что как отреагировала какая-то женщина на то, что вот есть такая партия, как Владимир Ильич говорил, что узнала и как ей было хорошо, как ее это вдохновило. Так вы знаете, вот таких людей... Я думаю, что ну, их миллионы. И если мы их задействуем, то это будет уже огромная сила, и нам нужно продумать комплекс мероприятий именно на то, чтобы получить обратную связь, то есть наладить связь с этими людьми. Вот такое, извините, что так вот. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо. Вам за ваши книги, за то, что вы открыли нам глаза, за то, что вдохновили вот на такие дела. Я еще хочу сказать вот про тех помещиков, которые живут в поместье. Вот эта семья Молчановых, Ханиных. Мы вот подумали, мы открываем экскурсии, они будут называться «Экскурсии в будущее», чтобы люди в регионах приезжали, посмотрели уже на живые действующие поместья, чтобы увидели эти горящие глаза, радость, вот, о которых описывается в книгах, как нам хорошо, как эти счастливые семьи уже четко живут в своих поместьях. Вот я радуюсь, когда приезжает к нам, у нас и бабушка вот здесь, прабабушка живет, и внучки вот со мной тут, Лада и Егор, бегают. Соседи приехали с Нижнего Новгорода, семья в гостевом доме живет, вот то же самое, Саша, Ксюша, трое детей, Всеслав, вот инвалид такой вроде бы, ангелочек, но он нам так вдохновляет, что им хорошо, понравилось на нашем поместье, это здорово. Поэтому используйте вот такие мероприятия, то же самое для пропаганды, для агитации, для информирования наших людей. 33 сейчас региона я насчитал, присутствует здесь в родной Ведрусской школе. Здорово. Школу сделали. Подожди, подожди, я хотел сказать. Как ты сказал, экскурсия в будущее, да? Да, называется «Экскурсия в будущее», Владимир Николаевич. Уже по 4 экскурсии мы в месяц выдерживаем. Слушай, откуда люди приезжают? Люди приезжают из разных регионов страны. Сейчас записались люди из Канады. Недавно приехали люди с острова Бали, набрали вот последний год прошлого года. Слушай, супербогатые люди берут наш мед в дивномеде, который я вам дарю каждый свой приезд. Подожди. А кто эти экскурсии привозит вот из Канады и так далее? Мы сами организуем с женой, выставляем через страничку ВКонтакте. Александр Лазаренко, у нас есть группа такая, Светлоград, Светлая, Солнечная называется группа. Он периодически собирает людей и приезжает сюда. И эти люди там от 10 до 20 человек проходят
экскурсию прошли, познакомились. Подожди, Лазаренко, где он живет? Он живет в Пятигорске, на Кавминводах, и он организатор профессиональных экскурсий. Но мы еще сильно не занялись этим действием. Подожди, вот с этими экскурсиями нужно быть осторожно. Я приехал вот только что из Америки, там достаточно много информации привез, и там какие-то люди собирают деньги уже не один год. Как на их сайте написано, в поддержку движения «Звенящие кедры России». У них там прямо прейскурант есть и так далее, и так далее. И я поинтересовался, куда же идут эти деньги. То есть они неизвестно, куда идут. Ну ладно, это отдельный разговор. Хорошо. Я вот хочу, почему я спросил про эти названия «Экскурсия в будущее». Вероятно, будучи в Америке, тоже родилась такая идея назвать «Экскурсия в будущее», и чтобы за это дело взялась партия, фонд, и организовать более масштабные контакты с ними. И планируется поездка на следующий год, и я вот приглашаю желающих сразу туда, по Америке. Это будет довольно бюджетный вариант, он на разные кошельки рассчитан, в том числе и бюджетный вариант. Сделать такой пробег. И там разговаривал со многими американцами, читателями, они этого ждут, потому что так произошло, что мы были отрезаны от, в частности, от Америки, благодаря действиям некоторых людей. Но надо вот эти действия согласовать и сделать такие за это время такие экскурсии. Но деньги с них брать нельзя, потому что мы тогда попадаем под, будем иностранными агентами считаться. Хотя контакты налаживать нужно. Это называется народная дипломатия, и нужно помочь и нашему правительству, и президенту наладить вот эти взаимоотношения. И если это у нас получится, то никто не будет, не будут, в общем-то, так нападать на Россию. Думаю, даже прекратится информационная война, потому что все попытки что-нибудь сказать плохое о России, они будут просто пустым хлопком, а не выстрелом. Ну ладно, продолжайте. Очень рад слышать. Такое удовольствие доставляет, настроение поднимается, и даже все будет прекрасно. Кажется, что сегодня выходной день. Извините, что еще раз клянусь. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Здорово. Еще у нас одна идея родилась на круге действующих поселений, которая проходила в этом году в Ведрусье и Синегорье. Мы открываем экскурсии из поселений в поселение. Семьи будут ездить друг к другу. К нам уже приезжала семья из Белоруссии, из Крыма. Мы сами сейчас будем собираться ездить друг к другу. Ездим со своей продукцией, с семенами, с опытом, который имеется в поселении родовых поместий. И эти экскурсии мы планируем тоже логистику составить по всей России. Такую дорожную карту сейчас составляем, потихоньку собираем. И любой человек, который хочет узнать, что такое движение наше родовых поместий, может, кто готов подсказать, что есть такая прекрасная семья, есть такое интересное поселение родовых поместий. Давайте собирать эту информацию, друг другом делиться и потихоньку, как Владимир Николаевич сказал, по методу принципов народной демократии, посылать умных чиновников по тем поместьям, которые уже живы, которые любое время приехал, чтобы из поселения вышло там 2-3 человека, могли провести экскурсию, угостить яблоками, искупаться в своем пруду и так далее. Как семья Ханинах, семья Молчанов в Владимирской области, Павел и Елена Щербаковы в Крыму, поселение родовых поместьй Светлое, Света и Дима Скидановы в Ведрусье. Много их, их уже не перечесть, это не единицы, это десятки тысяч людей, которые готовы принять людей, показать свой образ жизни и поделиться вот этим прекрасным даром. Это очень здорово, людей вдохновляет, и
люди просто преображаются, щупают, берут эти сувенирчики, мед, там, варенье, которые у нас вышли, специи, сушки, и везут это. О, ребята, вы же с поместья, там, этот сувенирчик несет. Есть такие живые люди, мы думали, что это только в книгах. Мы многие вещи только думали, что в книгах там только. А сейчас уже наяву видим и сильную родную партию, и видим это и поселение, и поместье, и эти живые глаза, и эти внуки, правнуки, которые крутятся здесь, и которые уезжают в город вроде бы на заработки, потом возвращаются в лоно родового поместья. Это здорово. Спасибо вам большое, Владимир Николаевич. Передайте нашу огромную любовь и признательность, благодарность Анастасии. Алексей Ефремов. Добрый день всем. Меня слышно? Да, хорошо. У меня такое предложение. Смотрите, сейчас выборы были госсовет у нас местный, да? То есть у нас совпало. Я вот, например, не знаю, кто идет в госсовет в Калининградской области. Не знаю, кто идет, допустим, на Дальнем Востоке. Я этих людей даже знать не знаю. А у нас, значит, какая ситуация возникает? В ЦИК пришел, мне говорят, что если вы хотите в законодательное собрание идти, чтобы оно шло, у вас в уставе написано, что принимается только на съезде. Мое предложение такое, чтобы внести изменения в устав нашей политической партии, чтобы мы могли на местах отправлять своих как бы, людей в местное законодательное собрание. Вот. И второе предложение у меня такое, значит, по поводу изменений. Не региональные координаторы, а родные координаторы. Спасибо. Могу сразу ответить на этот вопрос. Насчет названий. Есть нормативная база, да, закон о политических партиях в том числе. Там как раз название руководящих органов, они так называются именно. Все эти определения и понятийный аппарат, он уже есть, и все должно соответствовать этому. Поэтому как бы давайте все-таки... Раз мы вышли на определенный официальный уровень, оно должно соответствовать. Это первое. Второе. Вот после вот этих вот выборов будем... Завтра к этому вопросу еще вернемся. Необходимо будет как раз вот и проработать, какие будут предложения, в том числе по уставу. Чтобы устав нам помогал, как бы развязывал руки. Но в то же время, чтобы не получилось у нас таким образом... Регионы начинают как бы сами по себе там что-то делать, да, и никто не в курсе. То есть каким-то образом, чтобы оповещение, в том числе других регионов, о проводимых мероприятиях, оно тоже происходило. Вот эту систему оповещения, чтобы она была предусмотрена. Вот. А по названиям я тоже уже ответил. Спасибо. Кто еще хочет сказать слово, пишите здесь вот заявки, плюсики или напишите слово. Я еще хочу поблагодарить вот эту первую команду народных депутатов, 209 человек, которые проверены ЦИКом, проверены Минюстом. Это те первые ребята, которые пошли в сражение без сражения. Это истинно чистый список получился. Это люди... Те, которые прочитали, поняли, осознали. И мне кажется, народнее списка, чем этот список, сейчас пока нету. И большая благодарность этим людям, которые прошли ГАЗ, выборы, проверку. И многие, вот, которые сейчас записались, не ради денег, просто из-за того, чтобы поддержать родную партию, записывались те люди, пенсионеры, в основном с нулевыми счетами. У себя вот эти люди, которые сейчас, когда встречаются, я им говорю, смело называйте себя кандидат депутаты Государственной Думы Федерального Собрания от родной партии, фамилии, имя, отчество. Я часто сейчас произношу 7-го созыва. И это вот пускай до следующих выборов, это право у нас этих людей остается. Это молодцы те ребята, которые, ну... помогли партии выставить себя на... в общество, выставить в ЦИК, выставить в Минюст. Спасибо вам большое. Кто еще хочет высказать по опыту? Алексей Медников, пожалуйста, Калинович. Здравствуйте, слышно меня?
Да, хорошо, Алексей. Я тоже выскажусь по нашему опыту сбора подписей. Что вот когда мы начали организовываться по, именно по сбору подписей в Калиновце, то мы решили именно вот нашей командой с поселения Калиновца именно работу по району провести. Вот, и как бы и что самое главное, чтобы переломить ту информационную как бы иллюзию в отношении нас, то есть там движение звенящих кедров, там поселение родовых помещ, что это сект. Потому что даже когда у людей, у местных на слуху, сарафанное радио работает, и когда сборщики подписей встречались с этими людьми, они: «О, да знаем, там еще что-то». Но когда начинали непосредственно общаться, просто: «А что вы знаете? А как? А почему вы так думаете?» А когда начинали именно рассказывать, что это такое, к чему стремится это движение, что, у людей менялось мнение, отношение. Многие люди даже, ну не многие, а были даже такие люди, говорят: «Вот, говорит, незнакомые люди, никогда паспорт не давала, а тут, говорит, почему-то даю для того, чтобы вот, ну, для таких целей». То есть люди сами почему-то не читали книг, ничего. Вот. То есть вот это вот происходили такие вот переломные моменты, и, конечно, вот, вот этот, наверное, фраза в книге, когда вот соберется вот эта вот сила, переломный момент произойдет, и вот, наверное, этот момент происходит, по крайней мере, вот у нас этот, здесь в нашем районе это произошло, и даже было предложено: «Почему вы не хотите там пойти на местные выборы, есть там 4 свободных депутатских места». Вот, у нас, в общем-то, подали документы, успели подать документы в последний день, я так понял, ну, это Иван Лебедев знает. Вот. А я работал, допустим, по городу промышленному, где очень сильно, как сильно зажато вот материализмом мышления, людям ничего не нужно, подписаны, в общем-то, многие руководители, селение, вроде кандидат там был, почему сразу к кандидату куча вопросов возникло, как это так, кандидат там есть, а мы не знаем об этом, и мы хотим участвовать в партии, а почему партия ничего нам не говорит. Ну, в общем, произошла такая, так скажем, волна, которая, в общем-то, затронула людей, и сейчас вот более, конечно, к следующим выборам произойдет более четкая организация в регионе. Вот. И, как говорится, это мероприятие подняло все лодки. Спасибо большое, Алексей. Владимир Николаевич, вы слышите нас? Владимир, да, Николаевич, конечно. Сейчас вам, да, задаст, конечно, вопрос. Вопрос Дмитрий Кожемякин, пожалуйста. Вот. У нас много было очень хороших слов про партии выставлено, но вот продолжает про нью какое-то движение. Дмитрий Кожемякин, скажи-ка вот этот вопрос правильно. Ну, просто у нас, здравствуйте, уважаемые все дорогие родные, у нас в чате региональных координаторов появилась ссылка на статью, где родной партии дана характеристика как нью-эйджерская, религиозно направленная, так сказать, организация, то есть оболочка движения «Звенящие кедры России». Вот. И здесь вот возникал вопрос, поскольку меня данная ситуация возмущает до самых, как говорится, корней последних волос. И вот хотелось бы как-то вопрос у Владимира Николаевича услышать. Как же нам все-таки сделать так, чтобы планомерно, ну, вот этот вот стереотип, который умышленно складывается недобросовестными представителями религиозных организаций, официально признанных, чтобы все-таки этот образ каким-то образом нейтрализовать, вот, и в результате сделать их просто-напросто пустым звоном. Я тут уже частично ответ на этот вопрос услышал, что надо просто-напросто организовывать, допустим, поездки, как вот Николай организовывает, как мы между собой организовываем, приглашать туда, допустим, других, как говорится, чиновников, допустим, или еще кого-то. То есть какими-то своими действиями показывать, что здесь вроде как бы секта и не пахнет. Тем более с юридической точки зрения термин «секта», она никаким образом не определена.
по каким критериям оно оценивается, секта это или не секта. Потому что если посмотреть, допустим, толковый словарь, то секта – это всего лишь навсего обозначает школа. То есть во многих даже религиях, в частности в буддизме, существует секта такого-то, и никто тут, как говорится, больших, как говорится, трагедий не строит. Это всего лишь навсего школа в рамках какого-то религиозного течения. Но вот в отношениях, допустим, с органами власти, к сожалению, все-таки они прислушиваются к господину Дворкину, и чувствуется вот так вот иной раз напряженность, что вроде как бы РПЦ считает вас сектой, так может быть с вами лучше, как говорится, не связываться или уж не мешать, по крайней мере. Поэтому я полагаю, что помимо всех тех вот мероприятий, которые сегодня вот уже озвучились, нам надо, наверное, все-таки как-то собраться вместе и выработать какой-то план мероприятий по планомерному нейтрализации вот этого негативного образа, который складывают в отношении нас недобросовестные представители официальных религиозных организаций. Вот у меня вот такой вопрос. Ну, это очень хороший вопрос. Если его исследовать, не вопрос, а вот эти вот все статьи, которые появились за вот эти последние десятилетия, конкретно о секте, то, ну, и этим занимается группа людей. Они собирают материалы, с частью этих материалов я знаком, они присылают их в фонд. И получается, что вот вся эта информация исходила и исходит из одного источника. Ну, вы назвали фамилию там Дворкина, который как бы, ну, первый начал вот это распространять. Вы знаете, меня сначала это очень сильно возмущало, а потом в последнее время я этим не возмущаюсь. Потому что нам нужно пройти и через эту клевету. И, может быть, мы единственная партия, которая вскроет группу, которая работала против России. И работала очень и очень по-крупному. Ведь судите сами, вот оно движение, вот уже масса ученых выступили за то, что это движение действительно может вывести Россию из кризиса. Что это движение способно нормализовать в России, ну, нормализовать Россию по многим направлениям. И тем не менее, вот как бы где-то там в регионах, исподволь, все это продолжается. Но вот само действие партии, оно уже их беспокоит, потому что они сейчас, как только начала действовать партия, они активизировались. И они действуют таким образом. Вот любое мероприятие значимое, которое проводил фонд, ну, скажем, 4 фестиваля, ну, еще другие мероприятия, обязательно кто-то откуда-то пишет письма в органы, ну, в полицию, в прокуратуру и так далее, что вы знаете, как вы разрешили им стадион ЦСКА в Москве, это же такие, раз такие. Фонд этим вопросом занимался. И каждый, ну, они писали в органы, там, в прокуратуру, в полицию, но каждый раз прокуратура, полиция, ФСБ разрешала проводить эти мероприятия. И у фонда есть официальное письмо, что они говорят, что, ну, мы не имеем к вам претензий. И сама организация фонда, она существует уже, ну, скоро будет 16 лет. Это уже о чем-то говорит. Но тем не менее, вот это вот будет продолжаться. Видно, нам нужно помочь и нашему президенту, и нашему правительству разобраться, а кто же вот так безнаказанно действует, выступает якобы чуть ли не от какого-то государственного органа власти. Представляете, какая хитрость? А на самом деле ни один из государственных органов не причислен к секте. Мало того, религоведы, в том числе и известные религоведы, опровергли эту информацию. Но тем не менее, вот эта информация распространяется.
Ничего страшного. Эта организация уже на контроле. Эта организация на контроле в определенной организации. Пусть она продолжает действовать и себя засвечивает. А мы просто будем работать, продолжать, как работаем. Хотя я понимаю, вас мне это, ну, вам это неприятно, мне это неприятно тем более, потому что очень много грязи вылили и на меня, и на мою семью, и на фонд. Но нужно было через это пройти. Что ж поделаешь. Ну, я думаю, что мы все равно победим. И восклицательный знак. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Принцип Анастасии – получать негатив, перерабатывать и выдавать на гора только добро. И дедушка Барт, помните, только всегда говорил хорошо. Нам сначала в школе смеялись. У вас, говорит, приходят сюда, думают хорошо, говорят хорошо, поступают хорошо и будет хорошо. Все хорошо, и смеялись. Поэтому четыре принципа «хорошо» у нас тоже утвердилось. Давайте их брать на выражение. И еще у нас девиз был. На каждый недостаток, когда про нас, про секту написали на Ставрополе, Ключевское поселение решило ответить десятком добрых дел. И это работает очень здорово, ребята. Поэтому сделали какую-то плохую статью, а мы должны написать, или про нас, пускай люди напишут, 10 хороших дел. Это все размывается, все будет хорошо. Слово предоставляется Александру Зубу, пожалуйста. Ну, я вроде бы это не просил слова, а о чем нужно говорить? Прошу прощения, тогда Эльмар следующий, потом Максим. Спасибо, Николай. Я вот размышлял и думал, вот если бы нам была оказана сейчас поддержка, то мы бы восприняли это как постоянная помощь и расслабились бы. А нам вот как малому дитя позволяют встать, окрепнуть на ноги. Я думаю, это очень важно для нас, для того, чтобы мы стали и были сильны, способны решать политические задачи партии. Вот это первое. Второе. Я очень хочу поблагодарить своего регионального руководителя Владимира Чепушканова. Он выложился весь, наверное, 1000% из того, что он мог сделать. Вот, он у нас замечательный региональный координатор. Еще хочу поблагодарить Ирину, которая у нас в штабе была, и Касимова Ирина. Вот они тоже вот до ночи работали. Зуфар Якупович, который он предоставил нам помещение. Сам на своей машине ездил по деревням. А вот у меня Надежда Измайлова на соседней деревне, она собрала 100 подписей. Хотя только прочитала книги, у нее нету ни поместья, ни в родной партии не состоит. Вот. Все. Ну, нас бьют, мы крепчаем. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Элмар. Максим Максимов, пожалуйста, Крым. Благодарю. Добрый вечер всем, родные. Хотел попросить слова и выступить на следующей конференции, на следующей школе, но не удержался. Собственно, у меня есть предложение. То есть, что вот выявило вот наш опыт. У нас сейчас единственное наше движение, у которого реально есть информация от реальных каких-то событий, дел, избыток даже информации. А нам только нужно ее собрать и упорядочивать. У нас, наверное, самое единственное движение, которое есть, это жизненная такая опыт, который можно показывать отличительно от других партий. Собственно, у нас сейчас, как и 100 лет назад, важнейшим из искусств является кино. Я хочу предложить создавать образ поселенца. Я хочу предложить создать ведрусское телевидение. То есть, собственно, тут не нужно никаких студий, не нужно никаких технологий новых. Просто нужно делать съемку, фиксировать даты, собирать и отправлять в тот орган, который мог бы быть сборщиком.
в котором можно делать монтаж и выкладывать на каких-то ресурсах. Собственно, сейчас так вот делают, если, может быть, видели какие-то там, там познавательное ТВ, Артем Ватенков с нуля прославился и как бы собирает очень много интересных интервью и образов создает. Мы это можем сделать. Собственно, вот даже у меня канал на Ютубе «Ведрус ТВ» называется. То есть я вот сейчас собираю различные истории поселенцев и хочу их просто выкладывать. А это мы можем сделать все вместе, и это будет информационный канал реальный, который создаст образ, и который просто какие-то там, кто там, Дворкович, да, просто утонет там в этом информационном таком нашей волне, такой положительной. Вот, собственно, все. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос будет Александру Самохину. Пока подготовься, будет ли публичный финансовый отчет? А я пока сейчас зачитаю слова Мининой Елены. Она, у нее нет звука, и она просит довести, что у нее впечатление от подписной кампании. Собрала 50 подписей за 3 дня. Больше времени не было. Живу в селе. Жителей примерно 1500 человек. Хотелось вначале пробежать, собрать побольше подписей. В процессе пришло понимание, для чего нужна была вся подписная кампания. Нужна была как площадка для распространения идеи. Искренность непосредственных носителей идеи передает живое вдохновение от одного другому. Мне удалось подружиться с половиной села. Это стоит дороже подписей, это ускорение процесса. Спасибо, Лена, очень хорошее впечатление. Я то же самое рассказывал, что многие друзья, которые когда-то отходили, кто-то уходил в другие нодовские движения, партии «Великое Отечество», еще куда-то. Все записали сейчас ВКонтакте, назад, хотят дружить с нами, хотят общаться, хотят быть в гуще событий, которые сотворяем мы, родная партия. Александр, готов к ответу, Самохин? Да я всегда готов. Мы этот вопрос уже поднимали, и, честно говоря, если надо еще раз ответить, давайте еще раз скажу. По итогам предвыборной кампании мы с вами говорили о том, что будет финансовый отчет. Отчет будет, да. Сейчас, как это было сказано в самом начале, сейчас мы занимаемся вместе с Виктором Гличиным тем, что мы готовим отчет перед Центральной избирательной комиссией в том числе. За то, что нам необходимо будет в ближайшее время сдать. Все чеки, все документы, все движения по счету отчитаться, по счету все, что у нас необходимо. Этим мы сейчас занимаемся. Поэтому отчет этот будет, мы с вами об этом проговаривали, говорили, смс-ки мне пересылали, все это будет вам разослано. У меня все, ничего не изменилось с тех пор. Спасибо большое, Александр. У нас сейчас основные отчеты делают региональные координаторы перед теми людьми, которые участвовали в процессе. Мы были все вместе, видели деньги, как приходят на счет. Собирал там предприниматель, например, в Ставрополе, Попов семья дала 4 тысячи, наша семья 4 тысячи, Евгений Мезенцев 1500, Елена Дмитриевна Малярей 9 тысяч. Мы все это тратили на бензин, на средства связи, на распространение листовок, на объявления, на закупку ручек, на запуск бланков, там скрепки и все остальное, там осталось 700 рублей. И последние 700 рублей мы взяли после организации подписной кампании, пошли, купили мороженое и всей дружной компанией, которые там в штабе собрались люди, и доели, чтобы все под ноль довести. И те люди, деньги, которые ушли в центральный штаб на 8 тысяч, которые по организации подписной кампании, Светлана Ширяева тоже написала, Николай, все, вот первые листовки пришли 2,5 тысяч, а тут 5,5 тысяч. Это тут, говорит, информационный материал, и плюс на дорогу то, что водителям дали. Поэтому Ставропольский регион видел, куда собираются деньги, как они тратятся, и
мы, этот особый вопрос, я бы хотел его на ближайшем съезде поднять. Если мы партия большинства, партия народная, нам надо все-таки начинать собирать членские взносы. По 100 рублей хотя бы давно уже говорит и фонд, Мария Владимировна несколько раз написала, Владимир Николаевич писал, я несколько раз поднимаю этот вопрос. Давайте научиться собирать вот эти по 100 рублей, чтобы у нас какие-то дела, когда будут накапливаться, сумма небольшая, но он даст нам ресурс для разрешения многих информационных, пропагандистских, содержательных задач для регионального отделения. Пока по финансам я знаю, что это идет на вдохновение тех людей, участников ОКС, которые работают бесплатно на вдохновение, региональных координаторов, которые тоже самое несут эту партийную ношу за счет своих сил и средств. И тех людей, вот, слава богу, сейчас вот то сообщество предпринимателей с чистыми помыслами начало складываться во время предвыборной кампании. Люди увидели партию в силе, партию в деле, и денежные ручейки потекли к тем регионам, которые реально занимались реальными делами. Поэтому спасибо большое тем людям, которые дали денежные средства. И я думаю, что каждая копейка была здесь вложена в дело. И суммы-то, в принципе, они небольшие, они в пределах, я говорю, транспортных расходов, листовок, ручек, карандашей, связи и других вопросов, которые приходилось решать. Поэтому нужен ли такой сильно большой отчет? Если нужен, конечно, она будет выставлена. Я думаю, всем нужно поблагодарить за это участие. Еще кто хочет высказаться? Николай, давай добавлю сразу насчет финансового отчета. Да. Смотрите, финансовый отчет уже, можно сказать, он на бумаге у нас готов. Мы его выложим. Если какая-то детализация нужна, то она будет. Но у меня сразу будет вопрос, кто эту детализацию просит и для чего. Потому что я посмотрел... Очень часто с нас спрашивают те и перезванивают те, кто либо подписи не собирал, либо деньги не присылал. Поэтому извините, но я буду очень жестко в этом вопросе вести, как бы не относились к этому люди. Если ты принимал участие, ты можешь спросить, а если нет, то нечего заниматься тем, что собственно кулак наматывать или что-то себе там. Ну, немножко накипело, извините за сегодня. Перезванивали, когда я был в ЦИКе, чаще всего те регионы, которые вообще ничего не сделали. Вот. Поэтому делать видимость работы не надо. Сначала результат, а потом вопрос. Александр, все, спасибо. Спасибо большое все равно этим людям, которые делают что-то не так даже. Чем больше нас бьют, чем сильнее мы стонем, чем сильнее мы крепчаем. И особая благодарность тем людям, которые хотят остаться в тени, я буду не называть их имена, там написано «Николай», это «на благое дело отчета не надо», «на благое дело отчета не надо» и так далее. То есть я все равно эти высказал эти суммы, я не высказывал то, что приносили там помидорами, огурцами, там арбузами, дынями из поместья, торты заносили в штабы, передвижные пункты, где-то останавливались, машина, колесо лопнуло, кто-то приходил, ремонтировал, пока мы работали, кто-то давал, заправлял бензин просто так и говорил, ребята, вам что еще положить, там коробку положили, мы колесили по Ставропольскому краю, были в Кавминводах, Благодарном, Изобильном, Курский район, Степной район, Петровский район, Шпаковский, не перечислишь, где только мы побывали за это время, там бензина только заправлялись, наверное, 2-3 машины, которые ездили, ну, более 3-4 тысяч потратили, наверное, только на бензин. Поэтому эти предпринимателям особая благодарность, просто они не считали эти деньги, они просто сказали, Николай, надо, едем, просто заправились и просто поехали. И потом, когда отчитаться, Николай, да какие вопросы, мы все вместе были, все в деле, понимаешь, сражение, я как офицер запаса говорю, запаса хотя не бывает, ветеран боевых действий и в одной точке, и в другой. У нас каждый трус даже был ценен. Почему? Он нас помогал. В следующий раз мы знали, как его поднять в следующий раз в атаку, если надо было. Поэтому сейчас каждый из вас дорог, задает вопрос, иногда тупой, кажется, глупый вопрос. Дело идет, а он считает на мелочевке. Но спасибо этому человеку, что он задает этот вопрос, чтобы мы в следующий раз знали, что не только здесь зададут
зададут вопрос, и в ЦИКе зададут, и в Минюсте. Мы на каждый вопрос станем ответ крепче и поймем, что просто нужно делать и просто дальше идти, учитывая этот опыт. Спасибо друзьям, спасибо недругам, спасибо врагам. Все вы нужны, наверное, Богом созданы, мы или нужны для того, чтобы друг другу помогать, крепчать, расти. Спасибо. Тогда еще дополнение небольшое. Вот сейчас, знаете, активность пошла, это здорово, но активность должна быть вместе с ответственностью. У меня еще раз просьба такая. Все записи, которые вы здесь делаете, пишете, предложения, ФКС не должен это и не будет это все там как-то записывать, да, анализировать и так далее. Предложение поступает, сразу либо определяем, для кого это, да, кто готов этим заняться, взять на себя ответственность. Если никто не готов, и человек предложил, может быть, он сам готов этим заняться. Вот. Выходим, алгоритм у нас уже отработан, да, с каким-то предложением его более детально проработали, присылайте это все в адрес ФКС или созваниваемся, обсуждаем. Поэтому мне бы не хотелось видеть, ну и чтобы мне вопрос этот спрашивали, ФКС записывает или нет. Нет, мы не записываем, и записи это делать не будет. Вот. Завтра, именно сегодня у нас информационный с вами день. Мы сейчас с вами проговариваем, во-первых, информацию о текущей деятельности по работе с ЦИК и выбором вы получили. Мы с вами в режиме диалога обмениваемся то, какой у нас опыт, в каком регионе. Завтра у нас в 16:00 пройдет также расширенная встреча с участием политтехнолога, который нам помогает, это Олег Габа, на котором мы уже детально все это будем проговаривать. Но у меня просьба. Мы сейчас с вами очень большой скачок сделали. Мы действительно все ближе и ближе становимся вот... к тому моменту переходим, когда можно будет со временем нас называть уже тоже профессионалом. Не надо ждать. Если хотите, есть необходимость, сделайте. Ждать не надо. Так же, как и пробовать. Вот. К завтрашнему дню, пожалуйста, подготовьте свои предложения, подготовьте свои вопросы, подготовьте свое видение развития вашего региона. За это время можно узнать в том числе, какие у вас выборы будут проходить. Можно уточнить будет со своими регионами созвониться с поселениями. Готовы ли это поселение, как оно рассматривает вопрос участия в этих выборах. Для того, чтобы вы с таким очень, ну я бы сказал, профессионал очень высокого уровня, Олег Габа, чтобы вы могли задать ему вопросы уточняющие и после этого перейти к детализации программы развития своего региона, в частности, вот именно по этому направлению, подготовки к выборам. Вот. Это очень и очень важно. Поэтому это нужно для того, чтобы все вот такие встречи с приглашением таких специалистов у нас переходили в разряд максимально эффективных встреч. Потому что сейчас будет такая ситуация, когда Олег, к сожалению, уже не сможет так часто приходить в родную школу, да, и отвечать на звонки, потому что он будет все больше и больше в других проектах связан. Поэтому у меня просьба, давайте мы сделаем завтра так, чтобы завтрашняя встреча прошла максимально эффективно для каждого из нас. У меня все. Всем еще раз большое, огромное спасибо. Спасибо большое. Еще раз напоминаю про то, что кто-то возьмет ответственность. У нас армейские хорошие принципы есть. Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай. Берите ответственность каждый на себя. А то часто слышится у нас, среди нашей среде, пусть кто-нибудь возьмет сейчас, кто-то пока потом сделает, пусть у нас не будет никто. Давайте научимся брать ответственность за слово, за дело, за поступок, за мысли, каждый сам. Надеяться на других нельзя, это ну, известно тем, кто побывал где-то в горах, лазил по кручам, побывал в горячих точках и так далее. Надо надеяться на себя и на то, что товарищ прикроет тебя. Сами договаривайтесь, кто будет вас прикрывать, и скажите, вот я пока не могу сегодня вот этот сделать. Договор должен быть прежде всего, что мы делаем общее дело. Спасибо большое.
И еще раз, вот тоже то, что следующим этапом, давайте продолжать общественные инициативы собирать. Мы в ходе предвыборной кампании увидели, что многие боятся паспортных данных. Давайте, у нас очень много толковых ребят, которые делают хорошие бланки. Оставим на этих бланках номер по порядку, фамилия, имя, отчество. И пускай дальше следующая графа будет. Кто хочет паспортные данные ставить, код подразделения там, кто-то адрес напишет, кто-то телефон, кто-то электронный адрес, дату и подпись человек, чтобы поставил. Давайте собирать эти инициативы, чтобы мы видели, сколько людей все-таки хотят эту нашу малую родину узаконить законом. Чтобы День дачника, вот сейчас нас помогла большая компания дачников, просто председатель кооператива сидел и говорил: Мария Степановна, надо помочь родной партии. Раз, другой звонит, надо помочь, надо помочь. Может быть, это некоторые назовут нехорошие технологии, но они говорят, что День дачника нам нужен, нам нужна защита, мы не смогли сделать свою партию такую дачную сильную. Но когда мы пришли к ним, мы хотим День дачника и праздник всей земли 23 июля узаконить, то люди идут навстречу, потому что их тоже там бывает начинают сносить под многоэтажки, под еще что-то такое, какие-то вопросы по закупке земли возникают. Давайте писать телеграммы, как в книгах написано, давайте собирать их тоже в наш строй, чтобы они ощущали, что этот праздник должен быть нашим, всеобщим. И им нужна поддержка, и мы, раз такая партия, которая может любой кусочек Родины узаконить. Я прошел 66 тысяч километров государственной границы, начиная от Карелии, Чукотка, Мурманск, Дальний Восток, Туркмения, весь юг России, все 92 заставы, начиная от Астрахани и так далее. Я понял, какая она мощная. А сейчас я рад, что весь центр находится, это в моем родовом поместье, которое называется «Песня души». Давайте у каждого, чтобы это родовое поместье стало центром Вселенной, и этому центру подтягивались другие люди, другие читатели, вдохновлялись, и давайте думать, как нам все-таки стать такой, по силе партии такой, чтобы Родину законом узаконить. И как же нам искать вот эту энергию любви в каждую семью, как половинкам помочь встретиться, как сохранить любовь в семье, как создать условия для развития родовых поместий не только в своем крае, в поселении, в России, но на всей нашей земле. Спасибо всем большое. До завтрашних встреч. У кого еще будет предложение, объявление? Антон Гладченко, пожалуйста, Краснодарский край. Алло. Алло. Слышно, Антон, так, хорошо. Я никого ответ не слышу, но видимо. Спасибо, да. Смотрите, тут там я несколько тезисов написал. Ну, во-первых, интернет есть не у всех. К сожалению, у нас люди не подключаются к движению, ну, вот, родной партии, потому что, ну, как бы не готовы они вот столько гонять генератор, допустим. То есть, к сожалению, выявилась ситуация, что мы не очень понятны для непосредственно жителей поселения. Я напомню, у нас сейчас постоянно проживает, ну, около 100 семей, то есть зимой. И... То есть люди, конечно, в этот раз подписывались с удовольствием, хотя было очень мало времени. Фактически мы получили всего 2 дня для подписи в поселении. Но в связи с этим есть некое непонимание. То есть для многих людей, для поселенцев, которые живут в родовых поместьях уже там и 5, и 10 лет, то есть мы какую-то игру играем. Вот к большим сожалениям я это узнал. Поэтому я думаю, что все-таки нам нужно создать и выявить более понятные цели. То есть цель вернуть любовь в семье, она, конечно, хорошая, но это цель очень высокого уровня. И нужно какие-то понятные для людей ближние цели. Антон, как защита. Звук пропал. Ну, вообще надо об этом поговорить, потому что люди говорят, зачем мне это? То есть я предлагаю нам не быть вещью в себе, а именно нести пользу людям. Спасибо. Спасибо большое, Антон, за предложение. Здорово. Федеральный координационный совет взял на себя ответственность на данный раз, чтобы сорганизовать этот процесс. И благодарность этим ребятам, которые повели.
И приятно то, что во время предвыборной кампании открылись другие типографские возможности. В Воронеже три типографии, в Ставрополе там мой друг, ветеран боевых действий Чернобыля, открыл свою типографию, Николай говорит, все распечатаем. В Сибири. Но они открывались в ходе самого действия. Поэтому опыт этот важен, замечания какие есть, очень благодарен, что они слышны. Да, заорганизованность какая-то получилась, но мы вышли все-таки, мы увидели свои силы, средства, ресурсы. Поэтому все равно мы перешли, вот я цифры некоторые провяжу, автопробег сумел собрать 7500 подписей, коммунисты собрали на своей народной инициативе 20500 подписей. Наш друг Олег Габа на третьем съезде, у него, кстати, сегодня день рождения, давайте, у кого есть связь с ним, позвоните, поздравьте его, сказал, ну, приблизительно 40 тысяч, говорит, подписей. Но мы перешли эти числа, даже ну, политтехнологи потом, когда мы с ними работали по листовкам, они удивлялись, мы сначала не видели ни структуры, ни понятия, многие нас не видели, мы сами себя начали осознавать, сами начали объединяться. И вот этот ресурс к следующим выборам, к локальным, 17-18 регионов, там 40-42 там, региона пойдут от поселений на муниципальные выборы, Нижегородская область уже в этом году попала. Давайте искать эти точки, давайте искать точки соприкосновения, чтобы мы каждый нашли, стали алмазами или бриллиантами, находя ту грань соприкосновения, которая нам поможет друг другу понять, ее отшлифовать, друг другу помочь и сделать следующий шаг. И тогда вся Русь наша засветится вот этими людьми, которые поймут, что один может сделать многое, а вместе мы можем сделать невозможное. Спасибо вам большое. Спасибо за то время. Вот у нас мы четко научились укладывать. Родная ведрусская школа проходит 2 часа. Спасибо за лаконичность, спасибо за совместное творение и радость для всех от его созерцания. Мы учимся быть настоящими солдатами Анастасии. Многие нас из допризывничков проходят в эту стадию. Кто-то становится уже офицерами, кто-то генералами в нашем движении. Я шутя уже говорю. Но главное, что мы, каждый солдат, уже начинаем понимать свое место в строю и просто перекидывать, если надо, там подписные ленты, листовки куда надо, денег кому-то в помощь, друг друга, как автобусы встречали, как, ну, короче, это было весело. Я думаю, что давайте эти сильные команды весело будем помогать. Ага, там, в Нижнем Новгороде, пошли в Думу, давай из Ставрополя команда приедет, вы нас разместите там где-нибудь в поселении, а наша команда отшлифует вам, побегает по деревням с песнями, плясками, частушками, поможет этому региону, там Башкирия поможет Татарии или Удмуртия поможет соседям Мариэл. Все мы сделаем хорошо и дружно, но учитывая то, что мы этот опыт приобрели. Еще что выскажусь, хорошую вещь, мы сегодня только завершили спор. У нас традиция завелась в ФКСе, кто же спор велся, кто же займет последнее место 209-е. Чтобы пойти в Государственную Думу. Я говорил, это мое место. Александр Замохин, нет, говорит, это мое место. Мы дружно сегодня с Александром, он согласится, решили уступить это место Екатерине Феденистовой. Она больше всех проработала игры всех, если проведет она также все Думы. В честь и слова это будет Катюши. Еще Максим не заговорил у нас Крыма, еще другие Катюши там работают. Я хотел себе там 207-е место взять или 8-е, это мы еще, Саша, еще пообщаемся индивидуально, наверное. Но главное, что понять, нам нужно лидерство не в том, кто вперед прорвется, а в том, что кто последнего подтянет. Это так важно, когда бежишь, марш-бросок, или тут предвыборные гонки называются, надо последнего подтянуть. Я рад, что могу находиться в этом последней шеренге и подтягивать того, кто не может. И приятно было во время предвыборного сражения этого друг друга, там бывало, кто-то сорвался или не сорвался, мы мягко друг другу поддакивали, там, остановись, давай, потом подберем. И прошу прощения у всех, кому-то, если там досталось какой-нибудь шалбан, там еще-нибудь что-то такое, я имею в виду дружеский. Поэтому все равно все сделали, все равно первый итог сегодня говорит, что мы
друг другу остались дружными. Это самое главное. Поэтому давайте готовиться к следующим выборам, а это начнем уже завтра. Давайте собирать подписи, это надо будет еще сделать вчера. И давайте осознавать, что мы сила, это надо сделать сегодня. Что мы главное осознание и главное объединение. И тогда мы станем частью и счастливыми людьми. Спасибо всем, до завтра. Всем до завтра. Владимир Николаевич, спасибо большое, что нашли время принять участие в родной школе. Всем доброго вечера.